Привет, это Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Сегодня у меня в гостях раввин Джонатан Кан. Он расскажет о том, о чем он не мог рассказать раньше. Бог сказал Джонатану, пришло время рассказать об этом уже сейчас. Вы готовы? Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Сегодня у меня в гостях раввин Джонатан Кан. Мы два евреи, мы верим в Господа Иисуса. Мамочка Джонатана говорила ему: «Мальчик мой, я хочу, чтобы ты стал врачом или стал адвокатом. Ты бы добился успеха. Джонатан, твоя мама может смело сказать, мой сын написал 5 книг, ставших бестселлерами. Ты сделал это. Моя мама — видная персона среди еврейских мам. Она мечтала об успехе. Слава Богу за успех. Когда Бог дал тебе откровение о том, чтобы ты начал писать книгу «Предвестник номер 2»? Я написал первую часть, но я знал, что тайна не раскрыта. Мне хотелось сказать гораздо больше, чем вместилась первая часть книги «Предвестник». Во-вторых, было продолжение. Америка продолжала зарабатывать суд на свою голову. В-третьих, я молился Господу, и Он показал мне, что еще не время для этого. В конце прошлого года Бог сказал мне: «Настало время для книги. Снова будут потрясения. Пиши продолжение «Предвестника».» Я послушался, и так появилось продолжение. «Джонатан, сегодня утром вы отправили мне 2 загадочные фотографии на электронный ящик. Они сделаны в Нью-Йорке, и связаны они с пророчеством. Пожалуйста, расскажите нам о них». В книге есть башня в Ground Zero в Манхэттене, которая является одним из предвестников. В конце новой книги «Предвестник 2» есть история, связанная со статуей свободы. Она направлена на башню. Произойдет пророческое событие, о котором я расскажу. Сид, вчера мы с вами говорили об этом. Шаровая молния попадает во Всемирный торговый центр. Она падает и в статую свободы. В моей книге много чего построено на этих 2 событиях. Я повторю, шаровая молния упадет в центр и в статую свободы. Я вижу, что то, о чем вы пророчествовали в «Предвестнике», можно смело сравнить с содержанием современных газет. Расскажите об этом теперь. «Предвестник» предупреждает, что на Америку придет древняя тайна суда. То, что происходило в Израиле, происходит в США. Америка противится Богу так, как ему противился Израиль. В книге я написал о сложном периоде времени, на смену которому придут очередные потрясения. Там есть глава под названием «О том, что будет». Там я писал о потрясениях, которые уже происходят. Там даже есть указание года, когда все сбудется. То есть в этом году. Я скажу об этом кратко. Все это уже сбывается. Расскажите о пророческих знаках, о трагедии, случившейся 11 сентября, которые не были открыты до сих пор. Один из знаков — это сама тайна того дня. Дата 11 сентября имеет отношение к основанию США. Есть библейский принцип: когда начинается суд, Бог открывает основание, приходит суд. Разрушение башен 11 сентября возвращает нас к основанию Нью-Йорка. Он был основан 11 сентября 1624 года. Бог сказал: «Я вернусь к основанию». Эта дата возвращает нас к Пентагону. Это военные силы Америки. Пентагон был основан также в сентябре 1940 года. Задолго до катастрофы 11 сентября Америка была сильной мировой державой. Она и остается ею по сей день. В Библии есть предупреждение: если страна не покается, то Бог лишит ее могущества. Это даст начало многим событиям. Какое событие, которое произошло после 11 сентября, открыло эту древнюю тайну? Скажите нам.
Согласно этой тайне, наша страна отступит от Господа Иисуса Христа. Господь предупредил нас об этом. Это классический библейский знак суда. Это произошло с Израилем и с Америкой 11 сентября. Что было потом? Древний Израиль не покаялся. Евреи отступили от Бога, и они игнорировали Его. Таким образом, Соединенные Штаты Америки идут по стопам древнего Израиля с того дня. Наша нация отдаляется от Господа Бога все больше и больше. И это усугубляет наше и без того опасное положение. Есть предвестники и знаки, которые были даны в первой книге. И с того момента, о котором мы говорили, они постоянно проявляются. А есть ли вестники и знаки, которые продолжают указывать на суд после написания книги? Да, да, Сид. В Исаии 9 главе 10 стихе Писание говорит о враге, атакующем землю. «Обрушились кирпичи, отстроим тесаным камнем. Тутовые деревья срублены, мы их заменим кедрами». Это произошло в Нью-Йорке. Гордые люди посадили библейское дерево, которое они назвали «деревом надежды». Они дали всем понять, что Америка укрепится. Что произошло с этим вестником, с этим деревом? Дерево в Нижнем Манхэттене завяло. А вот библейское знамение о Божьем суде над нацией, которая ушла от Бога и которая увядает. Это знак о том, что Америка вянет духовно и нравственно. А это следующий знак. Бог говорит, я сломаю ветку. Это знак суда. Итак, они начали ломать ветки с дерева надежды. На нем практически не осталось ветвей. Последний знак из Библии — это падение дерева стрел или же кедра. Итак, это злосчастное дерево надежды в Манхэттене упало и засохло. Это символ США. Это стало символом падения страны. Оно упало в еврейский выходной. Оно упало на Пасху. Вы представляете, в ту ночь луна потемнела и стала красной, как кровь. Было три знака о суде над нацией, и все они были в Манхэттене. Но это еще не все. Один из знаков последних дней — это появление изображений ложных богов. И Иезекииль оказался в храме и сказал, «Я видел образ идола». Бог сказал, «Настал день суда». Еще один предвестник — это образ божества, который появится в Нью-Йорке. Это будет самый большой образ идола в истории мира. Длина его головы — 90 метров. Это бог смерти, разрушения и мрака. Он появится над зданиями, над Empire State Building. Это знак того, что произойдет. Я расскажу еще об одном. Вы узнаете немного из этой истории. Бывший президент Америки Барак Обама был одним из предвестников. Если так можно выразиться, президент Барак Обама написал слова на одном из предвестников. Это слова из древних времен, и эти слова запечатали суд над нацией. Я упомяну еще об одном. В еврейском календаре есть один день. Это день бедствия. В этот день стены Иерусалима были разрушены. Эта защита была убрана. И Иерусалим остался совершенно без стен. Враг вошел, и суд был запечатан. Наступил день, когда Америка также отступила от Бога. Верховный суд отступил от него, нанеся удар по браку. Это произошло в день 9 Тамуза по еврейскому календарю. 9 Тамуза стены вокруг Соединенных Штатов Америки были разрушены, и страна была запечатана для суда. В тот самый день это и произошло. Являются ли настоящие потрясения частью этих древних судов? Продолжайте. Сид, вначале наш милостивый Господь Иисус предупреждает народ через потрясение, и это является библейским принципом Его суда. Бог давал ему время. Он давал время, чтобы люди вернулись к Нему и каялись, или Бог сводил суд на них. Америка отступила. Мы находимся в этом времени. Когда время, отведенное Богом для покаяния, подходит к концу, потрясение начинается снова. Мы видим это. Если вы читали «Предвестника», то в конце идет речь о видах потрясений. Это будет потрясение в виде разделений. Будут беспорядки, будут природные бедствия и наступит экономический кризис.
Мы наблюдаем, как все это происходит одновременно. В моей книге «Предвестник» есть строки о будущих потрясениях. Там есть слово «корона». Услышав слово «корона», мы думаем о вирусе. Но это еще не все. Есть промежуток времени между настоящими событиями. Он есть в тайне. Потому что тайна говорит то, что написано в предвестнике. Согласно этой тайне, есть период. Пророк спросил, сколько он будет длиться? Он будет длиться, начиная от первого потрясения и заканчивая следующим главным потрясением. Этот период длился 19 лет. Он длился 19 лет, если считать от потрясения и до его продолжения. Вспомним события 2001 года и прибавим к ним 19 лет. Мы оказались в 2020 году. Поэтому я наблюдал за событиями нынешнего года постоянно и внимательно. Итак, это война 19 лет. СИД, как называется эта чума или эпидемия, которая поразила Америку, она называется COVID-19. Это число из Библии. Но и это еще не все. Пророк Иеремия передал следующее пророчество от Господа. В 19-й год придет суд после первого нападения. Также этот суд Господа придет в виде эпидемии, чумы, напасти или болезни. Это мое понимание событий, как они будут развиваться, хотя они уже развиваются и все подходит к кульминации. Джонатан, вы знаете, я не сомневаюсь в том, что книга «Предвестник» была очень важной. Это книга от Бога. Является ли ее продолжение более важной книгой, чем первая часть? Я верю, что она важнее первой части сейчас, потому что время, в которое мы живем, это наиболее важное время в нашем случае. Поэтому нам нужно знать истину и приготовиться к будущему. Скоро начнутся события, и это более важные события, которые Господь открыл мне. Я верю, что они очень и очень важные, потому что мы живем перед их наступлением. У Джонатана есть много интересных историй. По окончании этого выпуска у нас будет дополнительное видео. Зарегистрируйтесь на сайте после окончания передачи. Итак, когда мы вернемся к вам, замечательный библейский учитель Джонатан Кан откроет нам тайну о том, что происходит прямо сейчас. Жестокость? Коронавирус? Не переключайтесь. Это сверхъестественно. Джонатан, пожалуйста, откройте зрителям и мне древнюю тайну, относящуюся к пандемии. Я помню, как однажды вы рассказывали мне о том, как вы встречались с одним из предыдущих президентов Соединенных Штатов Америки. Вы задавали ему этот вопрос, не так ли? Когда пророк Иеремия сказал, «Господь Бог осудит Израиль», он пророчествовал это для Америки 2020 года. Он говорил о приходе чумы, то есть об эпидемии. Праведный Иеремия пророчествовал о поле в долине Гиена. Создатель сказал Израилю, «Я принесу тебе кару и напасть за то, что ты сделал своим детям». Это была одна из причин прихода эпидемии. В прошлом жители древнего Израиля принесли тысячи ребятишек в жертву. Мы принесли в жертву миллионы детей. Мы абортировали 60 миллионов детей. Весь мир убил более миллиарда детей. Это поколение сделало больше грехов, чем предыдущее. О какой эпидемии говорится здесь? Смотрите, грех аборта — это грех старших по отношению к младшим. Поэтому сейчас вирус настигает больше пожилых людей, чем молодых людей. Когда это произойдет, Иеремия сказал, «Эта страшная чума вернется туда, где вы приносили детей в жертву». Город Нью-Йорк — это центр абортов США. Поэтому Нью-Йорк стал центром эпидемии. Нью-Йорк — это не что иное, как столица абортов в Америке. И Сид, я надеюсь, что вы помните о нашем с вами общении, когда я рассказывал об образе смерти, нависшей над Нью-Йорком. Он вернулся сюда. Однажды настал день, когда газеты запестрили заголовками о том, что вирус проник в землю.
За день до этого, 22 января, Соединенные Штаты Америки легализовали убийство детей. Также это годовщина страшного дня, когда мегаполис Нью-Йорк ратифицировал просто ужасный закон об абортах. Люди праздновали его и включили красочное освещение на башне для этого. И так произошло кое-что еще. Также настало время годовщины Божьего суда. В каком городе Соединенных Штатов Америки начали делать этот ужасный грех, а именно аборты? Город начал делать аборты в 1970 году. Это было в Нью-Йорке, и инициаторы проекта представили его стране. В 2020 году состоялась 50-я годовщина легализации. 9 и 10 апреля — это даты, когда они приняли данный законопроект. По статистике, 9 и 10 апреля наблюдалось самое большое число заражений ковидом в Нью-Йорке. То есть прошло ровно 50 лет после того, как американцы легализовали этот древний грех. Джонатан, вы учите о главном отрывке Библии, который сейчас является наиболее актуальным отрывком в истории человечества. Пожалуйста, расскажите о нем. Да, он есть во второй книге, и он актуален. «Если мой народ, который называется моим именем, смирит себя, станет молиться и искать моего лица, и отвернется от своих злых путей, я услышу с небес, прощу их грех и исцелю их землю». Сид, я видел, как этот грех изменил историю США и мира. Он изменит его опять. Нам необходимо прочитать предыдущий стих и знать контекст этого фрагмента. Бог говорит, если я пошлю эпидемию на землю, то потом мой народ придет ко мне. Там написано не только это. Там сказано о нехватке еды. Это происходит по всему миру в один год. Также там сказано о нашествии саранчи. Этот год — год нашествия саранчи. Мы видим самое масштабное нашествие. Все эти беды пришли одновременно. Поэтому сейчас настало крайне важное время. Саранча летает повсюду. Господь Бог уничтожит нас, или Он спасет нас. Одно из двух. Церкви нужно смириться перед Господом Богом. Джонатан, в конце второй книги «Предвестник» вы открыли главное тайное событие последних времен. Задолго до наступления трагического 2001 года Бог привел меня и пророческих стражей, которые приехали в мегаполис Нью-Йорк из других городов, к знаменитой статуе свободы к вратам Америки. Вы понимаете, дело в том, что мы знали о будущих терактах, нападениях на Соединенные Штаты Америки и на Нью-Йорк, и мы начали молиться. Я взял шафар и заиграл у ворот. Они превратили фото в такую картину. На ней шафар касается северной башни, в которую врезался самолет. Бедствия начались там 2 года спустя. Я поднял руки и сказал благословение. Мы сняли ту местность и увидели теракт до того, как он произошел. Это произошло до трагедии в Нью-Йорке. Это произошло 11 сентября. За 2 года Бог открыл нам будущие события. В тот день был праздник труб. Я верю, что это было предупреждение о начале бедствий, о том, что грядет суд, и об очищении перед Господом Богом. Крайне важно помнить, что самые важные события происходят в дни божественных праздников. Сейчас наша аудитория увидит что-то особенное. Это будет сверхъестественным. Наш гость Джонатан Кан наденет талит и затрубит в свой чудесный шафар. Потом раввин Джонатан совершит молитву, потому что наш Господь Бог желает, чтобы мы были готовы к Его всемирной славе. Я верю и пророчествую, что это откроет небеса для проявления славы Господа Бога по всей планете. В этот шафар я дул в тот самый день, повернувшись ко Всемирному торговому центру. Я дам сигнал, а потом мы помолимся. Подними руки и прими благодать. Это сигнал стража и Божьей силы.
Господи, мы приходим к Тебе. Зрители, если вы грешите, то я прошу вас примириться с Богом. Если вы не спасены, то примите Бога. Давайте искать волю Бога сейчас. Мы хвалим Тебя и ищем Твою волю. Помоги нам приготовиться к новому. Ведь труба звучит. Мы верим в пробуждение и в Твою славу. Мы отдаем себя Тебе и каемся за грехи. Услышь нас и исцели нашу землю. Сделай великие и могучие дела. Отец, мы молимся о глобальном пробуждении последнего времени. Господи Боже, пусть Твоя слава придет на землю во имя Иешуа, Мессии Иисуса. Пусть придет свет истины для мира и слава Израиля. Да будет слава Твоя. Аминь. Дорогие зрители, наступил святой момент. Понимаете ли вы то, что Божья слава придет на нашу планету? Это станет самым великим событием для вас или самым ужасным. Если вы покаялись в грехах, то это будет самым великим событием. Если не покаялись, то читайте Ветхий Завет, что происходило с людьми, которые приближались к Богу, но не вели святой образ жизни. Так говорит Господь Бог, «Будьте святы, потому что Я свят». Повторите эту молитву вместе со мною вслух, пожалуйста. «Господь, я грешник». «Господи, я согрешил только перед Тобою и против Тебя. Я каюсь и я верю в то, что Твоя кровь омывает меня от всех моих грехов. Я чист. Теперь я чистый. Иисус, я провозглашаю, что Ты не только мой Спаситель, но и мой Господь, и также Спаситель моей души. Аминь. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Деннис Кларк. Меня зовут Джен Кларк. Смотрите следующий выпуск передачи «Это сверхъестественно». Вы станете свидетелем открытия учения апостолов. Вы узнаете о том, как это учение преобразит вас. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более 1000 планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю 2,5 раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 км в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 0,002% от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. ISN — онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Только что я снова посмотрела вашу программу, и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. Загрузите приложение ISN сегодня.
Всего за последние 20 лет мы обнаружили более 1000 планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю 2,5 раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 0,002% от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы.